Теречмир – высочайшая вершина горной системы Восточный Гиндукуш. До лета 2016 года – белое пятно на карте. Земля, по которой ранее никогда не ходил человек. Теперь очередной горный гигант, покоренный российскими альпинистами. Никем не открыты горы. Восточный Гиндукуш никем не открыт. Это белое пятно, это малоизученный район, малоизвестный. В экспедиции участвовали 4 человека. Среди них известный в Одинцовском районе Ринат Шафиков, бывший разведчик, автор множества картин и литературных произведений. Подобные походы для него не в новинку. Он из той породы людей, его боевой путь, славный 14 лет, который он провел в разведке. А вы знаете, что это такое? Это, еще раз повторяю, прямое соприкосновение с противником. Вершина Теречмир опасна не только сама по себе. Она лежит на границе Афганистана и Пакистана. Во время похода над альпинистами регулярно пролетали боевые самолеты, которые выслеживали бандгруппы. Я хотел бы прежде всего выразить слова благодарности той команде, которая поднималась на высочайшую вершину Гиндукуша, потому что подобного рода знаковые события для, в том числе и России, российского альпинизма, они весьма весомы. Потому что подобного рода экспедиции, они штучный товар. Вершину покоряли 15 дней. Восхождение осуществляли альпийским способом, поэтапно. Первый промежуточный лагерь разместили на высоте 5100 метров, а крайний, штурмовой, устроили на высоте 7200. Там могла разместиться только одна палатка. Такие грозные места прошли, такие как для афганцев это самые опасные места, потому что там впервые были созданы бандформирования. Это такие провинции, как Лагман. Кунар провинция, сейчас Кунар, Лагман и север, юг горного Бадахшана. Восхождение стало еще одной победой, как в общей истории российского альпинизма, так и в личной жизни каждого участника экспедиции. Теперь остается лишь стремиться к новым вершинам. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».